Этот аккаунт, он тоже Чехонте, потому что у Чехова псевдоним был Чехонте, через Е, а не Чехонте. Показывает то, что он является маглом, который не чувствует энергию вообще, и в том числе денежную энергию и денежную удачу. И что нам делать с этой информацией? Что? Если не умеешь чувствовать денежную удачу, гнида, отдашь свою денежную удачу. Вот что придется тебе сделать.